Привет! Сегодня у нас будет рассказ, как мы будем менять крышу у навеса, которую погнуло снегом, на новую. То есть у нас основание у навеса останется старое. Сейчас вот как раз идет демонтаж старых арок. И на старое основание будем делать нашу новую крышу. Обо всем по порядку. Пока что шумно. Просто смотрим. Все, мы произвели демонтаж старых погнутых конструкций. Начинаем закреплять наши новые арки. Крепиться они будут с помощью сварки и между собой на связи на болты. Сейчас как раз готовится к монтажу первой арки. Вот как раз начались сварочные работы. Варим первую арку, от нее пойдем крепить дальше. Параллельно шлифуются места, где были приварены старые арки, чтобы это все выглядело таким-то. Уже две арки у нас приварены, прогонами соединены. Так, каркас у нас готов, сварили его, сейчас последний угол осталось зачистить, подкрасить и будем крыть крышу поликарбонатом. Вот как раз сейчас полез монтажник у нас зачищать. А у нас идут работы по укрытию поликарбоната на навес. Сейчас в уголочки уложили листы. Навес покрыли мы, поликарбонат. Том. Сейчас будем выравнивать край поликарбоната, одевать торцевой профиль и забивать базу крышку. Параллельно идет прокручивание термошайб. Вот такой у нас получился навес. Размер навеса 3 на 5,5 метров. Ферма приварена к основанию и покрыта поликарбонат. Цвет бронза, толщиной 8 мм. Соединяется между собой с помощью соединительного профиля системы базы крышка. Верхняя ферма из труб 30 на 30, связи также из трубы 30 на 30. По бокам у навеса идут отливы на желобатке из уголка 50, чтобы вода в большей своей части выливалась наружу. И сделаны просветы для того, чтобы снег спокойно скатывался с навеса вниз, откуда его легко чистить. Такая красота получилась.
этом все. Задавайте вопросы, ставьте пальцы вверх, пишите свои комментарии. Всем пока.